Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Metro 2033 Redux. No, minulá časť bola taká dosť chaotická, tam som úplne blúdil ako Alenka v lese. Tak dúfam, že teraz to bude troška lepšie. Takže poďme pokračovať. Когда я пришёл в себя, надежда у меня не осталась. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Усты. Takže už bol s nami takmer amen. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь её спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Ну так помы, милая Рави. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. A tam tých dvoch som neprešatil. Nie. Kopec vybavenia, nič mi nepasuje. Kde sú tie dve mŕtvolky? Tu je jeden, aha. Bože, zase aj so s tým. A to sa nedá ísť? Ó. Počkaj, tu je zase elektrika. OK. No a tu mám... To z baterky. Nie, prilbu. Ome. Ty sadíš v bašenku na pulemiot. Nadejíš, ty umieš s ním upravľať sa. No, bratci, udači vám. Ty, bude to čo je? Neotáča. Aha.
постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И, может быть, они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну, мосту сопризмование, да. Звуки. Бої, мені змагали на це вічно нас. Ну, тут не звик, очком. Послали на передовой блокпост, генерал-офицер, доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Nam nič. Slaž se to pomaly otáča. Odka. Aha. Vrak z levého borta. Kde sú? А, и там су, и же на сходах су. Пригрети. Че? Ау. Ничего не видим.
Чё, где? Жиду. Сзади! Но ведь... Супер. Еле проскочили. Ну, это был вагон. Только что нас завязало. Курочки. Тут все есть. Хо-хо-хо-хо-хо. Ключик. Але як сам забрати ten ключик? Полно. Фуга. Ну, але така блба отазка, як тут не тільки тієї муніції. Ніби нас чекає нічого брутальне. Ти на гулки. Так от тих, тим ці мам цілком досить. Добре, тише. Поми за типком. Добре. Кам шел? А, тут. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Ну, ну что, справим такую краткую эпизоду. Сам себе так подал, что каждый тут делал, что бы как один делал. А то и могло. Добре, так же я с собой награвать далее, но при ничем, кто и было... Pre tento diel by to bolo všetko, alebo, a nie, idem ďalej. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно, пригнись! Дьявол, понастроим всякой хрени. Контрол. Гляди в оба, иначе башку снесет. Ну, сум достал одну рану до шишки. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его! Живу самого? Я. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Направо!
клацаю. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Мутантская атрофия. Ты, блин, ты что за страшный туннель? Курник. Dostan se do černé stanice, najdi Ulmana. A nie. No, mám tu naši nějakou municii. Vezme všetko. Takže to myslím, že to bylo. Přímo. Ty prdě, zase mám jít sám černými tunelmi. Пасца. Сумня взял ту шнурку, чи чё? Боже.
Полено слепе. To je s tomičima. To má... Zkusíme. Já jíba, že to tam má. Já jsem mal tlmič. Tady se nám toto asi bude. No, otázka je ísť dovnútra. Počkaj, tu na nič nie je. Tu asi musím ísť dovnútra. Zvuky se mi vůbec nepáčí. Teraz na mňa husne zo strechy. No to je to, som to prišiel, tam nebola žiadna dvere, tak mrknem to načne nejaká bočná ulička. Pozor na šnúrky. A tu je. Ty bude to, kam mám ísť? Čo to tu tak svieti? Aha! Takže mám ísť po trubím. Počkaj, to akože ďalej... Zákon schválnosti, že mal som ísť opačne. Už nepotrebujem prílu masku. A keď sa začneme Gčko, tak to si utrem oné. Tak sa tmoliť potrubiami.
После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Окей, также майся красные, пишите басни, лайки, комментарии, разделения. Я с вами стишни за снадуться. Ойте.